если Путину отрастить бороду, как у Достоевского, то он будет похож на Александра Невского. Если Путину отрастить бороду, как у Достоевского, то он будет похож на Александра Невского. Если Путину отрастить бороду, как у Достоевского, то он будет похож на Александра. Достоевского, то он будет похож на Александра Невского. Если Путину отрастить бороду, как у Достоевского, то он будет похож на Александра. Если Путину отрастить бороду, как у Достоевского, то он будет похож на Александра Невского. Если Путину отрастить бороду, как у Достоевского, он будет похож на Александра Невского.